из Малайзии. Сейчас я нахожусь в одном из самых больших торговых центров Куала-Лумпура, Times Square. И здесь в одном месте есть очень необычная плитка, которая меняет цвет, когда вы на нее наступаете, и которая дает звуки на музыке стоящего здесь рядом пианино. Вот так я наступаю, плитка меняет цвет, и соответственно здесь лестница, которая сделана под клавиши пианино, создает определенную мелодию. Вот такое оригинальное изобретение, которое очень нравится местным жителям, и они приходят поиграть. Привет из Куала-Лумпура. Вот эта лестница сделана в стиле огромного пианино, клавиши. И сейчас я иду по плитке, которая в определенных комбинациях дает цвет. Меняет цвет и дает... Вот это сейчас играю я.